В Краснодарском крае компания планирует выпускать консервированные овощи в стеклянных банках. Закупать горошек и кукурузу, как и прежде, будут преимущественно выращенные на Кубани. Я хотел бы отметить одну цифру. Из всего нашего объема продаж в России 80% продукции приходится на продукцию, произведенную в Краснодарском крае. И только оставшиеся 20% – это импорт из других стран. Качеством продукции, выращенной на территории Краснодарского края, можно гордиться. Поэтому отныне на наших баночках написано, что этот продукт сделан на Кубани. Бренд, произведенный на Кубани, он уже во многом предопределяет успех вашего горошка на рынке, только потому что на самом деле в нашей стране все, что произведено на Кубани и выращено особо, высоко ценится. Для нас принципиально важно, что вы активно сотрудничаете с нашими фермерами, с нашими сельхозтоваропроизводителями, заключая с ними долгосрочные договоры на закупку сельхозпродукции по фиксированной цене. И здесь выигрываете и вы, получая качественную сельхозпродукцию, то есть сырье. И, конечно, наши фермеры, наши сельхозтоваропроизводители, которые получают гарантированный сбыт. Расширение производства означает и увеличение рабочих мест, и налоговых поступлений, что также немаловажно, отметил Вениамин Кондратьев. Бондюэль Кубань сегодня входит в число бюджетообразующих предприятий региона. За 10 лет в казну региона оно перечислило больше 6 миллиардов рублей.